Увидимся, Уральская сталь. О ней мы тоже заявим попозже. Следите за новостями на портале. Увидимся там. Спасибо большое за интервью. Вот, ну и заключение. Пара слов. Ну, ребята, болейте за танковый киберспорт. Мы очень много делаем, чтобы его развивать. Очень стараемся, на самом деле. И болеем за то, чтобы вам всем нравилось. Если вам нравится, как говорится, палец вверх, приходите к нам на турниры. Будем рады очень показать вам крутое соревнование, крутое танковое и бодровое, и стоялово, и рубилово. И будем рады вас видеть в любом случае. У нас всегда можно выиграть майку, шарфик, карточку и просто хорошо провести время. Спасибо. Да нет.